Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, моя такая большая дружная семья, гости канала, новые подписчики. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас ролик о нашей девочке Василисе, которая благодаря вам приобрела шанс на жизнь, и выжила она благодаря только вам. Вам, людям, которым не все равно. Люди, которые помогают, спасают и делают этот мир чище и добрее вместе со мной. Вася была тяжелая. Вася лежала в реанимации. Василисе нашей делали экстренное переливание крови. И у Васи было 3 перелома. 3 перелома для такого маленького ребенка. Открытый перелом лапы, перелом открытый тазобедренного сустава и перелом таза. И эта чудо-девочка в очередной раз показала нам, людям, что жизнь, она уникальна, что даже такие маленькие дети стремятся жить, выжить и просить помощи. Просить помощи у людей, и только мы в состоянии с вами им помочь. Васю я забрала из больницы. У Васи прошла реабилитация. А сейчас девочка пока находится у Олеси. Олесе спасибо огромное за добро, что откликнулась с просьбой, с моей просьбой забрать Василису временно к себе, так как, знаете, домой не могу нести, тем более после энтеритных щенков. И Вася пока у Олеси на передержке, но это не так долго. Это не так долго, потому что у Олеси там тоже очень большое количество животных. И мы ищем Василисе дом. Мои такие добрые, милые волшебники, посмотрите, сделайте новогодний подарок, может, кому-то своим близким. Подарите себе замечательного, любящего друга четвероногого питомца. Подарите Васеньке дом, тепло, уют, заботу. Она, как никто, нуждается в этом. В приют я Васю после всего не могу определить, к сожалению. Ну, не для приюта этот ребенок, поймите меня правильно. Либо я буду договариваться опять и просить Наталью взять Васю на передержку, на платную. Все, больше у меня других вариантов, к сожалению, нету. В этом городе вы знаете, что... Еще раз говорю, что это город мертвых душ, мертвых людей. Отравления не прекращаются, и с передержками у нас тут совсем беда. То есть нету людей, которые берутся за передержки. Олеся просто не прошла мимо, как бы, но как бы и мы помогли ей, да, с кассе. Сегодня операция у нашего Гриши. Молимся, держим кулачки за Гришеньку, чтобы все прошло удачно. Ну вот, как-то так. Моя такая большая дружная семья. Спасибо вам за то, что откликаетесь, помогаете. Вася оплачена. Лечение Василисы обошлось нам в 98 тысяч с копейками. А это все скриншоты, которые я посылаю Тамаре Михайловне, непосредственно человеку, который распределяет финансы. Так как животных у нас много, эти деньги вносятся просто в общий счет и оттуда высчитываются. Хочу сказать также, будет привет от мышки. Мышка нам обошлась почти в 107 тысяч рублей. Поэтому как бы сейчас у нас опять двое ребят в клинике. Практически все долги я оплатила. Вот. Единственное, что у нас висит передержка 20 тысяч еще, но это в следующем ролике. Я надеюсь, также вы откроете свои сердца и откликнетесь. А сейчас мы ищем Васе дом. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.